В Мирном торжественно открыли 54-й сезон детского оздоровительного лагеря «Орленок». Многие юные мирницы уже разъехались, кто в гости к дедушкам и бабушкам, а кто отправился вместе с родителями в очередной экзотический тур. Но в Мирном остались и те, кто уже много лет остается неизменным поклонником отдыха в «Орленке». Наталья Николаева продолжит тему. Эти ребята в лагере всего 3 дня. Однако в «Орленке» ведут себя как хозяева. Успели выучить девиз своего отряда, научились говорить громко и дружно, разучили веселые кричалки. Одним словом, к торжественному открытию готовы. Получилось очень даже неплохо. Родители, глядя на детей, не нарадуются. Такие серьезные, самостоятельные. И самое главное, все счастливы и здоровы. Вы впервые в лагере. Почему поехали? Все мои одноклассники туда ехали, и я тоже папе сказал, может, я туда поеду, и папа согласился. Ну, я тоже, у меня все ездили, говорят, хорошие впечатления, но я подумала, ну, почему мне не съездить? Вот первые 3 дня прошли, как впечатления первые? Отличные, здесь хорошо кормят. Что делали? У нас много свободного времени, то есть мы высыпаемся, у нас все как надо. Нынешний сезон в «Орленке» 54-й. И начинается он по традиции с приветственных речей взрослых. Эти дяди и тети приложили немало усилий, чтобы лето в этом детском государстве состоялось, независимо от капризов погоды и изменений в экономике. Я, честно говоря, по-доброму завидую и вспоминаю свои молодые годы, когда я тоже был в лагере. Детей больше интересуют не слова, а что новенького интересного ждет их в этом сезоне. А это забота воспитателей и вожатых. Пришло время поднять флаг детского оздоровительного лагеря «Орленок». Вот он, кульминационный момент. Здравствуй, лето 2016. Сезон открыт. Здравствуй, «Орленок».